Одним із палких питань порядку денного спільного засідання постійних депутатських комісій від 20 травня стало питання про демонтаж пам'ятника Леніну, який став яблуком розбрату в Слов'янську. Активісти, які тривалий час вимагають від влади рішучих дій у цьому гострому питанні, наполягали на терміновому демонтажу пам'ятника вождю світового пролетаріату на виконання підписаного президентом країни закону про декомунізацію. На засіданні був озвучений відповідний проект рішення. На сьогоднішній момент предлагається пам'ятник демонтувати і перенести на сохранение в парк культуры, ну, вернее, там не определено место для дальнейшего определения его судьбы. То ли это будет тот, как обсуждается сейчас в Киеве, музей монументального искусства, куда их всех соберут, то ли это действительно будет аукцион, и деньги пойдут на восстановление домов. Ну, то есть дальнейшая судьба, балансосодержатель есть ЖКХ, есть депутатская комиссия, есть громада, которая предложит свои своё мнение, своё видение, чтобы не обижались и пожилое поколение на то, что его там постоянно то перекрашивают, то докрашивают, то обливают грязью, и чтобы была удовлетворена наша прогрессивная общественность, которая настаивала, вот. И для того, чтобы все позиции согласовали. На сегодняшний момент для этого у нас есть все основания. Данный проект решения был размещен на сайте Славянской Мирской Рады. Были внесены изменения в связи с тем, что был подписан президентом закон Украины про засудження коммунистичного та национал-социалистичного тоталитарных режимов в Украине та заборону пропаганды их символики. Доручити управление жилищно-коммунального господарства Мирской Рады забезпечить проведення робіт по демонтажу пам'ятника та його перевезення до місця зберігання за прийомом норм діючого законодавства. Бурхливу полеміку вступили прихильники і противники демонтажу монумента. Зазначений закон про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного режимів вступає в дію з 21 травня. Тому представники громадськості закликали депутатів міської ради стати першими, хто його виконає, і хто цивілізованим способом прибере ідола з центральної площі Слов'янська. Пролунав навіть термін, відведений активістами для цієї процедури – тиждень. В іншому випадку патріоти вирішать цю проблему самостійно, але більш радикально. У свою чергу народні обранці наполягали на необхідності враховувати думку усіх жителів громади та знаходити компромісні рішення. Буду говорити від лица 70% як мінімум людей, жителів нашого міста, які будуть проти цього рішення. Виходить, що ми вже йдемо не по той зеленой карте, которую намечали. Реконструкция площади, поиск места безопасного, где этот памятник можно будет установить. Пусть это, к примеру, там здание СБУ, площадь внутри его, музей. И установка во дворе в центре города, где бы он был установлен, пусть на постаменте, где к нему могли, кто хочет, подходить. Кто бы ни был. Все-таки самый главный сейчас вопрос финансовый. За какие средства это все будет делаться? Скинемся по столу. Подождите. Вот он правильно сказал, давайте определимся срок. Соберем деньги, чтобы не легло на бюджет, не в ущерб было этого. Убрали памятник, надо место вот этого, наверное, привести в порядок, тоже надо деньги. Так вот, на чьи средства давайте мы сейчас определимся и установим срок. И все будет нормально, тихо. В десятках стран Европы существуют коммунистические партии. Не преследуется коммунистическая символика, идеология, а вы как исключение. Как исключение, значит, преследуете. Это называется... А вы не понимаете, почему? У меня, может быть, личное мнение по поводу этого памятника. Я любое мнение. Просто я объясняю. Я выражаю мнение своей громады. Тех людей, которые меня избрали. Як було зазначено депутатами, демонтаж конструкції вимагає певних і чималих витрат. Разом із тим, сучасні реалії Слов'янська, на думку народних обранців, демонструють, що існують більш гострі потреби, на які доцільніше витрачати бюджетні кошти. Проте не всі депутати дотримуються такої позиції. Несмотря на то, что этот закон сегодня принят о декоммунизации, в связи с тем, что не выделены под него деньги, этот будет закон просто-напросто вандализации. Раз не будет финансов на сохранение, на перенос, на переименование, просто кто захочет, посчитает, что дверь открыта, закон действует, просто начнется действительно вандализм. Поэтому, что могу сказать? Безусловно, мы, депутаты городского совета, это гражданская оппозиция, говорю, будем инициировать обращение к президенту и к Верховной Раде об отмене этого закона, потому что действительно считаю, я и говорю, что морально, когда у вас сегодня сейчас 4 часа, вы сказали, будет встреча с Семеновкой, да? Вот вы там им сейчас придете и скажете, что мы найдем деньги на перенос памятника, на переименование улиц, но извините, переименуем вместо того, чтобы восстановить вам улицы, мы их вам и переименуем. Я посмотрю, что
Кто хочет послушать, что эти скажут люди. Я понимаю, что сегодня пытаются преподнести, вот как будто только НКВД было, а социальную справедливость, то, что было, и равенство, то есть, в принципе, из-за чего люди и бьются за это все, мы убрали в сторону. Поэтому давайте быть терпимы, я призвал быть терпимы друг другу, создать комиссию совместную, возможно, чтобы туда вошли и как сторонники, и как противники этого процесса, и шагали именно не на публичных каких-то мероприятиях, а на закрытых, находили общие точки соприкосновения, как по этому пути идти. Все равно этот вопрос нужно решать. 6 месяцев, ну, какой-то... Это максимальный срок. Не, ну, максимально. А что ждать 6 месяцев? Что-то извините. А там пройдут. Красные придут или белые. Там главное... Шах сдохнет, огонь мир. Подождите. Значит, сегодня в обед разговор был такой. Демонтаж со всеми выполнением техники безопасности и на сохранение в одной из коммунальных предприятий. Это закон, его нужно исполнять и учитывать какие-то опросы, какие-то референдумы. Думаю, мне кажется, не надо. Після тривалих і палких дебатів, не чекаючи рекомендацій депутатського корпусу, виконуючи обов'язки Слов'янського міського голови, секретар міськради Олег Зантов заявив, що своїм рішенням виносить питання про демонтаж пам'ятника Іллічу на розгляд пленарного засідання чергової сесії міськради, яка запланована на 22 травня.